Поволжье и в Ульяновской области, в частности, продолжают реализовывать общественный проект «Ментальное здоровье». Главная его цель – создать систему комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра. Это психическое расстройство, при котором у детей диагностируются такие симптомы, как умственная отсталость, нарушение социального взаимодействия. Проект реализуется в Ульяновске, Башкирии, Чувашии, Пензе, Нижнем Новгороде. Последним открылся уникальный для Поволжья ресурсный центр, где будут оказывать социальную поддержку людям с ментальными особенностями. Центр посетил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Мы будем оказывать поддержку и считаем эту работу одной из приоритетных. Не случайно, я думаю, что на одном из недавних совещаний у президента Российской Федерации было поручено создать концепцию работы с системой адаптации и помощи людям с ограниченными возможностями. Основные направления работы центра – диагностика, услуги логопеда, психолога, занятия по адаптивной физкультуре. Для ребят проводят уроки домоводства и цветоводства. Ульяновский ресурсный центр по сопровождению детей с РАС работает на базе школы-интерната номер 89. Реабилитацию детки проходят и в центре «Подсолнух». Также действует программа, которая включает в себя психологическую поддержку, логопедическую помощь, занятия с учителем-дефектологом. На данный момент в области проживает 339 детей с расстройством аутистического спектра.